Всем привет! С вами канал Артмания. У нас семейное времяпровождение. Вчера Димочке пришел подарок от деда Вовы. Такой вот замечательный домик. И всей семьей теперь мы сидим и раскрашиваем. Да, папа? Да. Папа сходил в фикс прайс, купил краски гуашевые такие вот. Вот золотая краска, вот такая, ну, вообще прозрачная просто. Тут рисовала, жирафа начала, цветочки чуть-чуть вот тут. Еще папе помогаю, козявки раскладываю, да, пап? Вот она. Козявку еще положила. Не надо, не надо. Он ругается. О, видишь, как... так, смотри, какой мазок сразу получается. Я свою раскрашиваю. Папа даже майку свою белоснежную снял, чтобы не испачкать, да? Да. Папа, подними головку. Ну что ты такое? Как статуя стоишь. Статуя, статуя. Щечки красненькие, розовенькие? Нет, щечки будут красненькие. Почему красные, может, розовым? С серебристым оттенком. Козявками, вернее, серебристого оттенка. Солнце желто-красное. А ты все какие-то мне цвета другие. А вот тут Дима у нас кита раскрашивает. Какой замечательный кит у Димы. Дима? Ты мамин художник? Да. У Димы, как посмотреть, хорошо получается. Дима старается. Молодец. Тихонечко. Тихонечко, да. Тихонечко. А я вот тут начинала жирафа. Но краска прозрачная, я перестала. Я давай буду начинать. А? Потом я буду начинать жирафу класть. Ну хорошо, крась пока здесь. Это зубы? Нет, это не зубы, это у него нижняя часть. А можно покрасить? Да. Да. Да, можно. Аккуратненько. Аккуратненько, конечно, аккуратненько. Линии не перелезать? Нет, не перелезать через линии. Аккуратненько, вот. Молодец, Дима. Ай, дверцу аккуратно. Дима старается. Все стараются, да? Папа. Нечаянно я отмыл салфеткой. Мама везде. Вместо того, чтобы маму рисовать, мама должна оттирать Диму. Диму мыть. Угу. Аккуратненько. Ты это рукой, ты не трогай эту краску. Ну там не надо, Дим, красить. Ну можно. На краску не наступи. Наступаю. Салфеткой оботри руку. Вот там я тебе положу. Так, папа у нас. О, солнышко, кстати, классное, папа, тебе. Салфетка это новая. Там что там у тебя? Мартышки. Ничего не вижу. Потом посмотрим. Ты делаешь тут? Ребенок. Красишь? Красишь? Крась, крась.
Это а папа тут мартышка. Или обезьяна у тебя? Ну, мартышки, наверное, я не знаю. Ты ей письку нарисуешь? Зачем? Вот не нарисовано, значит, не надо. А чего твоей мартышке хвост какой желтый? Дима так нарисовал. Сразу надо на ребенка валить. Дима нарисовал. Че я что? Чего же я буду хвост желтым рисовать, а мартышку коричневым, что ли? Да кто тебя знает? Ну я же все-таки мартышка, ты видел, знаешь, какие они. А, так ты все-таки, а где ты видел? В Африке? Ну, может, по телевизору. А, по телевизору? Да. А я думал, ты в Африку уже успел смотаться. По телевизору. А вот тут я листочки раскрашивала. Сразу видно листочки мамины. Такие фактурные. Фламинго тут крашу параллельно.